единственный друг богатырски преданный, славный конь Юлий, теперь реакции в интернете снимает. Да и плевать он вообще на все хотел. Одец баб... Короче, в очередной раз вы думаете, что реакция это плохо и то, что типа это лениво. Но на самом деле это не так. Всем привет, с вами канал Белос ТВ, и как вы, наверное, заметили, я у себя дома. Поскольку я решил ненадолго по работе, так скажем, взять ноут. И вот, некоторое время я буду снимать здесь. А потом вновь вернусь туда, где я снимал обычно свои ролики. А именно в ту квартиру, которую вы сами прекрасно знаем. И сегодня у нас двойная реакция. Эти реакции, наверное, скорее всего, будут завтра. Поскольку сегодня я вряд ли успею их сделать. Может, и успею, а может и нет. Для начала, новая анимация от Тофа. Четвертый богатырь. Предыдущий видос с приключениями богатырей набрал аж 8 лямов. Чинилы так вообще 20. Вы что там творите, а? Я бы мог обещать вам, что продолжения этих 3D-мультов будут выходить регулярно, но есть одна штука, которая отнимает слишком много моего времени. GT Arcade — одна из лучших игровых платформ с браузерными играми ever. На платформе полно интересных игр, таких как Rangers of Oblivion, Era of Celestials, Legacy of Disco... Ну, короче, понятно, это тот же самый Steam. Практически, только... с такими вот онлайн-играми. Четвертый базар. Жили-были трое богатырей. И каждый день ели они жимолость, пили чай, играли в шахматы, отжимались, в общем, дубасили козлов неугодных и иногда менялись женами. И как-то люд простой начал прочухивать, что даже каждый раз занимаются богатыри одним и тем же. В общем, упали рейтинги богатырские ниже некуда. Пригорюнились герои, потеряв славу прежнюю. Что уж они не предпринимали, чтобы былое величие оживить. Откуда, кстати, у богатыря погоны и ордена? И разборки публичные организовывали. Удобрение. И видео кликбейтные заливали. И новый трек хитовый пытались написать. Тум чили тум чили 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 ту Даже кончину собственную имитировали. Все без толку. Устал народ от трех богатырей. Еще бы, за столько-то лет. Ушли они в депрессию лютую, начали музыку мрачную слушать, черное носить, дома сочевать. В общем, совсем про обязанности свои позабыли. Короче говоря, превратились в типичных эмо. Поэтому Русь-матушку быстро захватили басурмане треклятые верхом на червяк огромных. И уже смирился было народ, что солнце над Русью закатилось навсегда, как из ниоткуда явился новый богатырь. Святослят. Сильнее, Святого. Крепче и статнее всех троих вместе взятых. Одним пальцем он жмет 60 обозов сеном, другим паразитов иноземных с Руси прогоняет. А как зыркнет, все бабы на Руси сразу рожать начинают. Хотя с тем же успехом мог быть Юрий Долгорукий. Так, у меня тут важный звонок, ребят, секунду. Продолжаем. От него, естественно. Очухались наши горе-богатыри, неудачники подзаборные. Да поздно уже. Сидит Святосвят и над Русью возвышается. Жены богатырские теперь ему спинку чешут. Проблемы все на Руси решены. Все счастливы и довольны. Хороводы водят. Единственный друг богатырски преданный, славный конь Юлий, теперь реакции в интернете снимает. Да и плевать он вообще на все хотел. Одец баб... Короче, в очередной раз вы думаете, что реакция это плохо и то, что типа это лениво. Но на самом деле это не так. И свалили отдыхать на лето, так что подмоги ждать неоткуда. Стали наши богатыри думать, что делать тепереча. Хотели было рипнуться, да только смелости ни у кого не хватило толком. Одно дело других убивать, другое дело себя. И поняли наши богатыри, что терять нечего. Раз уж все проблемы на Руси самозванец порешал, то надо теперь его порешать. А на Руси новые проблемки состряпать. И пошло-поехало. Начали они сено жечь, камыши, реки вспять поворачивать, мусорные полигоны устраивать, конфеты с могил воровать, да представляться компьютерными мастерами, чтобы одиноких пенсионеров разводить. В общем, устроили на Руси хаос пуще прежнего. Ну что, богатырь новый, мерь? В
целом от современной России не отличается ничем практически. Пенсивый, готов такую Русь с колен поднять, а? Да, покажи-ка силушку свою немеренную. Спустя час. Братцы, ушел. Я что-то переживаю, ибо девался куда-то этот богатырь великий, а Русь что-то совсем в опасности. Ох, наконец-то вы вернулись! Ай да Русь спасать! Стоп, жены, а где богатырь великий? Эх, да он купаться в Волгу, матушку, пошел по пьяни и утонул. Тут-то и поняли богатыри наши, что на помощь Руси никто не придет, а ситуация данная зашла пуще некуда. Так что решено было просто отрезать от страны гиблый кусок, да басурманом его сбагрить. Хирургическим путем проблем. А они как бы на что? Его решить. Так и стало на Руси снова... У них же ведь вроде была бы как бы цель вернуть... скажем так, свое доброе имя, то есть избавиться от того, кто завладел сердцами бабонь, сердцами девушек, и, скажем так, стал лучше их. Ну, короче говоря, у них должна была быть цель очистить свое доброе имя. А в итоге, фиг знает, что они сделали. Жить хорошо. Вроде пытались очистить доброе имя, но в итоге они свое имя еще больше подпортили. Короче говоря, вот такая вот дичь.